можете написать, мы сейчас проверим, да, как узнать. Напишите свою дату, и я проверю. Как раз узнаем, кто у нас там, Овен наш. Весы знаю. Да, весы. Так, у нас 31.03. Хорошая дата. Но правильно, нужно ей распоряжаться. Тоже знать. Да ладно! Хорошая! Хорошая, но представляешь, могу обрадовать, ты у нас тоже Венера. Чисто плотная даже. Да, ну поэтому мужа и держишь нормально. Все ясно. Я могу теперь быть спокойна. Муж не уйдет. У меня тут мимо пробегала одна крыса, когда ты написала. У меня бывший был 05.04. Водолеи, такие же обидные, боже мой. Мне кажется, они готовы все сделать, чтобы только получить внимание. Внимание. И еще больше внимания. Водолеи это... Ну да, надо узнать, какая планета муж, и я могу сказать, что... Потому что Венера, она тоже такая вот с скачками, она может плавно идти, но потом как бы ворвется, она все, как бы Стефана Монтана отдыхает. Так, у нас тут 10 марта, да, день рождения? О, какая бабочка, спасибо, какая сила. Как я. Ладно, самооценка у нас тоже бывает, скачки. Иногда хорошо, иногда очень. Нос чешется, не пойму почему. Я вон здесь с лайв сижу, у меня нос чешется. Так, можете в мою посмотреть. Можно написать дату рождения, а то я потеряла. Так, сейчас давайте посмотрим. Значит, пахнешь от кого-то. Чего пахнет? Перелив? Ага, у меня 3.03.1982. Это
фаза у нас Луна. Под Луной человек. Все, что делать, лучше делать во время ночного времени, лучше всего делать. Да. Нет. А может быть, Марс в них, поэтому такое. Сейчас мы посмотрим. Так, мы же еще не смотрели. У нас Меркурий. Шнайдер у нас Меркурий. Отравительный будет. Среда твой счастливый день. Сейчас все по полочкам. Так, ля-ля. Идет. Ара, спасибо.